дорогие гости, здравствуйте! Меня зовут Ада Лавлейс, я дочь сэра Джорджа Гордона Байрона. Сейчас я изучаю физическое явление, которое использовал Антонио Ринальди при строительстве Гатчинского дворца. Приходите в наш замок и помогите в моих опытах. Разрешите представиться, Чарльз Стюарт Уокер, естествоиспытатель. Я прибыл в Гатчинский дворец с совершенно секретной миссией – подготовить маршрут заграничного путешествия для наследника Российского престола. И поможет мне в этом своеобразный символ великих географических открытий – знаменитые гобелены тронного зала. Приветствую вас, уютные странники! Я муза Талия, одна из девяти муз. Мы с сестрами покровительствуем разным видам искусств и ждем вас, юные путешественники, в залах Гатчинского дворца, дабы вы явили миру свои таланты. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Абрамовна Флейшец. Имею честь быть первой женщиной-юристом в России. Милостью Его Величества мне поручено здесь, в тронной императрице, подготовить вас к высочайшей аудиенции. Приветствую вас, мои юные подданные. Надеюсь, что многолетнее учение пошло вам впрок, и вы достойны получить сей аттестат зрелости. И в будущем преуспеть в самых разных сферах и принести пользу обществу и дорогому отечеству нашему. Добро пожаловать в Гатчинский дворец!